Устраняет течь в Chiron Baby. У него протекает S-парик, текет из-под этой белой прокладки. Достаю новый S-парик. И мы видим, что у него контакты торчат из белой прокладки. Соответственно, там щель и оттуда вытекает. Сейчас мы будем это устранять. Снимаю клапан. И мы видим, что оттуда торчат провода. Это плюс и минус. Нужно снять белую заглушку и лишние провода откусить. Собираем все в обратном порядке. Плотно закрываем клапан. И он больше не будет у нас протекать.